Хей, с вами Шмики, и мы продолжим проходить игру под названием Crash Bandicoot. Скорее всего, это у нас уже будет последняя серия. Castle Machinery. Короче, замок машин. Надеюсь, это опять будет не стена. А то я ж сгорел с прошлой серии. С этими птицами. Нет, это что-то новенькое. Так, здесь мне нужна девка. Girl, I need girl. То конец? А, я понял. Так. Так, машины лезвия. Так, это падающие платформечки. Это плохо. Так, там где-то мы видели контишку с вами. Поехали. Тихо. Теперь я понял. Почему я не разбился? Окей. И так сойдет. Теперь мы знаем то, что там есть фигня, которая нас убивает. Да. Как-то так. Сейчас он разбился. Не, довольно здесь ничего такого сложного нету. Только что там трубы мне немножко бесят. А ну, поехали. Главное успевать. Так, успел. Кончи жизнь. Не вижу наебочки. В чем наебочка? Ага, понял. Главное не спешить. Понтю. Поехали. Так, платформа. Оп. Мухи тупые. По платформам, да, теперь мы прыгаем. Прикольненько. Окей. Оказывается, есть платформа еще под другим углом. Давай, где вы меня еще обманете? О! Тихо, не спешим. Лоп, лоп, лоп. Отлично. Вперед, 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 вперед. Вниз. Континуум. Везло на батут. А, типа угадай, на какой батут прыгнуть, да? Давайте на этот. Отлично. А там на что было? Там тоже яблоки. Значит, и там было безопасно. Ну, это меня не сморал, слушает, это хорошо, и не убивает. Кривые платформы. Прыжок.
По идее, где-то уже выход должен быть. Я уже это чувство. И оно с этим проблем нету. Здесь легко, просто прыгаем, бегаем. Так, осторожно упасть. Пробежагаем, пробегаем. Ай-яй-яй. Ну а я одну контишку взял. Норма. То есть я ничего, считайте, не потерял. Я, считайте, ничего не потерял. Изи. Изи контишки. Готово. Поехали. Обманки. А, я могу просто камеру отбивать здесь, ничего такого. Здесь, ребята, вы облажались. Запомнить, в какой последовательности они. Ой-ой, это я от ящиков начинаю. Ну, а вниз мне уже все равно не нужно. Поэтому можно не спешить. Поехали. А что мне мешает роботов убивать? Я понимаю, если бы они были вот этими колючими, их нельзя было бы убить. Да, да. Нет, в принципе, здесь тоже еще так может не можно. Ну как, можно не спешить. А вот здесь сейчас, я думаю, будет... да. Правильно я думал. Здесь уже проблемы будут там с перепрыгами. Спешу, не спешу. Поехали. Отлично. Как мне здесь доджить? Окей, понял. Отлично. Минус уровень за 8 минут. Это норма. Это нормали. Так, посмотреть. Хотя, ладно, нормально. И так сойдет. Пойди записывай. Если нет, то придется переигрывать. Вумпа Айленд. Last Вумпа Айленд. Я посчитал, да, это последний остров по ключам. О, доктор Нотариус Брио. Боссик, и Лас там будет тоже босс. Ну, это очевидно, я думаю. Доктор Нотариус Брио. Ты лёжками будешь меня метать. Шипы. Ну, я тут я вижу... чего? Как вы мне... Но я его бить не могу, я вижу. А как мне убивать их? У него хп достаточно много. И главное, что я его убить тоже не... ударить не могу. Что за бредятина? Ну тогда все ясно, все легко и просто. Так, это взрывное фиолетовое зелье. Ого. Да,
Не прыгай ты одновременно со мной. Давай, сейчас взрывные два, да, пойдут? Ого! Много. Сейчас будет очень много взрывушек. Поехали. Изи. Он наёбывает. Он меня наёбывает. Чё, блядь? Чё, блядь? И-и. Ай. Я вас понял. А, нет, не понял. Вторая фаза у босса. Отлично. Ты чувствуешь, когда думаешь, что сейчас будет все легко, оказывается, нет. Да уж, не так уж и просто оказалось. Оказывается, он не в меня их кидает, а просто где-то рядышком. Херово выходит. Очень херово. Особенно вторая фаза. Её ж нужно еще рассчитать. Давай, кидай свои три зелья этих. Без слизняка. И нужно рядышком с ним встать. Готово. Сейчас он начнет бухать. Это ГГ. И это ГГ. Он очень близко становится ко мне. Ладно, попытаюсь расстояние понять. Я не понимаю. То есть он бьет очень близко, как с одной стороны, но с другой стороны далеко. Ну босс... первая фаза, ладно, легкая. Главное их понять. Главное понять его фазу. Черт. Ладно, первую вот, да, вот мы как-то справились. Блин, зачем мне? А хотя. Норма, норма. Если я не просру этого челика, значит все будет нормально. Сейчас он двоих запускает. Давай, поехали. Трех слизней и шесть взрывчаток. Я просто по теням вижу, как он метает. И сейчас начинается полный пиздец. Первый, ладно, я удар знаю, как сделать. За первый так становишься, и все. Он начинает именно по камню бить. А с этого уже прыгаем на него. Хотя, ладно, можно, можно расстояние понять. Готово. Оно кажется там тяжело, типа, он близко подходит. Когда он, типа, на своей брови-то наступает снизу, на камни, тогда нужно на него прыгать. Окей. 15 минут. Это у нас остается там еще... Два уровня и босс.
Так как мы видели в начале воздушный шар его, ну не воздушный шар, а гракоптер, да, он кажется по-другому называется. Гракоптер. Нет, подождите, это не гракоптер. Да, а, тут еще даже немножко больше уровней, чем оказывается. А, не суть. Лэб. Лаборатория. Лаборат. Лэб, лэб, лэб. Но мне контишек мало. Если у этого две фазы, то сколько будет у главного злодея? Хотите сказать, это кнопки? Да? Я что, должен по времени это еще делать? Не-не, давайте по времени, если так по времени, так по времени. Континью, да? Да ни хера. О, он не три раза еще это делает. Ну, ладно, это было довольно просто. Тихо, нет, нет, нет. На следующее, на следующее. Сейчас. Так, ладно. Заберем сначала вещи. Все бы. Теперь можно бежать. Так, континуум. Так, подожди, если уже девку здесь дают, тогда это как бы финал, конец. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, три. Готово. Не понял. Где, где еще два ящика? А, я понял где. Я понял где. Могу снова зайти. Черт. Что это за чудило? Пошел в страху. Не понял, что это за чудило, ну нафиг. Ик. Не-не, нужно по таймингам снова же. Готово. Перепрыг. Контину. Воу-воу-воу-воу-воу. Не очень дуну. Чего? Так, а я могу на эти залезть? На боковухи, сейчас узнаю. Тихо. Да, могу. Раньше там не было TNT, алло. Или были? Были? Серьезно? И как мне это одолеть? Сущность. Я говорю, там не было этих раньше. Я просто не пойму, как мне дальше потом идти. Нужно, как они тогда только начинают. Да уж. Я не понимать. Я не понимать. Как мне это... Мне типа нужно по кругу его как-то обойти, обмануть. Ладно. Он не прыгнул, далекий прыжок. Прикидывай, если здесь
после проигрыша, типа, весь остров нужно заново проходить. Это будет жестко. Не, ну с одной стороны тоже понимаешь, что нужно делать. С другой стороны нет. Ага. Ладно. А, они бесконечные. Светло. Нашел проход в углу. А, нет, это довольно просто было сейчас с тентишкой. Две коробки я пропустил именно в том бонусном уровне. Класс. Найс. Долгие загрузки. Хотя немного раз прогружали уже эту карту. Да, если даже видео будет часовое, типа, пускай. Пускай будет тогда часовое. Потому что это последняя серия. А потом там идут у нас вторые части. А ну, стопы. Ну, видите, я тоже сюда могу идти, как бы. Странно. Может, сюда пойдем? Ладно. Great Hill. Пойдем тогда в не следующей серии, в этой серии, после вот этого. Просто после Great Hell. Hell Ad. Really? В чем прикол? Я выиграл, да? И ты точно уверен? Потому что я в портал зашел. Камон. Зачем такой делать уровень? Серьезно? Ладно, погнали. А, ё-моё. Ну нафиг. Так, это вся карта, которую мы прошли. Это типа, если я сейчас нажму на второй, меня закинет на этот остров, да? Получается, что так. Тогда идемте к боссу. Хотя, давай, мы можем сделать вот как. Зайти сюда, еще раз. И я хочу посмотреть, что тут за батут, если то батут. Не может быть, что здесь ничего нету. Типа, финальный босс, алло. Там, вот, вижу, вот херь вот какая-то, алло. Да, мне нужно другой персонаж. А я не знаю, как переключаться между Крэшем и его мини-сестрой. Поэтому идем сразу тогда на босса. Странный на самом деле уровень. Понятно, что там с прыжками связано, с батутом, скорее всего. Ну и ладно, и так сойдет. Два телепорта на главной вышке. Неокортекс. Доктор Неокортекс. Посмотрим, сколько у тебя будет фаз. Ну, скорее тоже где-то две, максимум три фазы. Даже это как бы финалка босс. Можно будет попроходить. А какие были у нас уровни? Такие на самом деле очень легкие, где. Ого. Ого. Ну это понятно, что другой цвет можно. Чего? Нихера себе механики. Я не знал. Значит, далеко нельзя убегать от середины карты. Mm-hmm.
Класс. Класс. Не, понятно, что, скорее всего, здесь будет одна форма, но она очень сложная. То, что эти шарики тоже как бы не должны вас цеплять. И почему шар этот на него не летит? Ладно. Понял, теперь у нас должны быть рикошетики еще. А, рандомный стоп. Думаю, это будет долго. Упасть я не могу? Могу? Могу. Может, можно какие-то фичи сделать тоже, чтобы типа они меня не касались? Но они идут по чисто ровно. Если я стану по сути здесь, они меня не достанут. Либо очень вот. Блин, ладно, не хочу рисковать, но нафиг. Будет обидно, если я просру. Я не понял, чем меня зацепило. Я перепрыгнул. Спасибо, но зачем он не нужен? Он мне будет сейчас только отвлекать от шариков. Если бы он тоже бы атаковал. Ну ладно. Я не смог. Ладно, минус жизнь. Пст, опять. То есть я перепрыгиваю, но мне все равно дамажит. Он постоянно в меня пуляет. Лучше бы он вот так пулял, чем тут шарики по бокам начинают идти. Ладно. Ого, ого, лужечно. Сложно, сложно, алло, вырубай так. Ладно, вот эта фаза была такая, там где вот они отпрыгивают. Ух, наверное, мне повезло, да? Спорю, что мне повезло насчет последнего выстрела. Там могли быть рандомные, походу, выстрелы. Вау. Ну, 29 минут, в принципе, даже не часовое. Как обычно, даже меньше времени последняя серия заняла. Отличненько. Конец. Development base. Development supports. Ну да, это понятно. Мы выиграли. Изи. Если брать босса финального, я думал, что у него тоже будет как бы две фазы. Типа вот он упал.
типа он в робота какого-то залезет, типа того. Оказалось, нет. Ну, самое тяжелое это было, наверное, где больше всего умирал, это, получается, вторая фаза, да, его выстрелов. Так, все, да. А, вон, контр. Контр, это значит, два персонажей. Теперь все ясненько. Ну что, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Даже выйду в менюшку. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И через какой-то промежуток времени будет у нас вторая часть про Crash Bandicoot, так как у нас их здесь три. Поэтому всем пока.